Да, Люмино. Один из основных источников света в Слактерии, а значит, один из наших ценнейших ресурсов. Твоя подпись дает мне права на всю руду, добываемую в пещере Люмино. И я буду устанавливать цену. Эта руда принадлежит всем жителям Слактерии. Уже нет. Это не ток слаги! Нет, это нейротоксикулы. Думаю, их присутствие должно положить конец любого рода переговорам. Отлично. Мой помощник уладит все детали. И твист, чтобы все было на уровне. Чего же ты ждешь? Подписывай! Мы продолжим переговоры. Выхода нет. У меня тут гатлер! Ты не станешь его использовать, ты знаешь, что будет! Ты тоже знаешь! Да. Мы видели, как Блэк уничтожил несокрушимого мастера, но ты не Блэк! Думаешь, я так слаб? Думаешь, я позволю, чтобы вся сделка провалилась? Локи! Не знаю, что буду делать, если ты перестанешь попадаться на трюки Локи! Ты знал, на что способны гулы? Нет, но держусь подальше, чтобы не пасть их жертвой. Надо уносить ноги, брат, или мы окаменеем. Там уже все превратились в статуи. Остановим это облако ледяной стеной. Но как же шахтеры? Им не поможет, если все в этой пещере обратятся в статуи. Это облако все растет и растет. Похоже на жуткую химическую реакцию. Готов поспорить, что это имеет отношение к этим неотоксгулам. И сколько у нас времени? Не знаю, брат. Навскидку я бы сказал, что у нас есть... 10 часов, 22 минуты и 31 секунда до... Ну, ты знаешь. Накинь еще 5 секунд на разговоры. Итак, 10 часов, чтобы найти того, кто знает все о неотокслагах и то, как их остановить. Я знаю только одного слагомета, которому хватило ума сделать их своей визитной карточкой. Блайт. И его так и не видели с тех пор, как твой отец заточил его в пещере времен. Он нам поможет. Придержи коней. Пещера времен — это как лабиринт без выхода. Ха! Ты забываешь, что вас поведет туда Бронто? Ты сможешь найти вход и выход? Найти вход и выход из пещеры времен — это ведь мечта каждого крота. Вперед! Мы войдем в историю! Вообще-то нам туда. Вперед! Что произошло у моего отца с Блайтом? Его имя определенно мне знакомо. Да, если бы ты вырос в Слактерии, а не наверху, его имя было бы тебе не просто знакомо, оно бы наводило на тебя ужас. У Блайта был особый стиль. Он стрелял в противника не отток слагом, а потом запрыгивал на создаваемое этим слагом облако. Блайта защищал противогаз, чего нельзя сказать о его противниках. В общем, он доставил много неприятностей. Никто не мог его побороть, а Уилл Шейн даже не пытался. Твой отец сильно рисковал, Элай.
Но это сработало. Блайт не понял, что это трюк, пока не оказался в ловушке. Шейн! Что случилось с Блайтом после этого? Никто не знает. Из этого места не возвращаются. А, билет в один конец к вечной славе. Однако, войдя туда, мы подвергнем своей жизни опасности. Если есть шанс спасти шахтеров и всех остальных, я готов пойти на риск. Но вы не обязаны это делать, ребята. И упустить возможность запечатлеть одно из самых таинственных мест в Слактере? Да, конечно. Учитывая, что ты и в обычный день без меня как без рук, думаешь, я позволю тебе идти без меня? Ха-ха! Бронто также с радостью смотрит в глаза смерти и говорит: «Эй, постойте, вы же не дослушали мою речь!» Нам нужно держаться вместе. Всем вместе. Это не самая большая проблема. Как мы будем искать путь назад? Какие проблемы? Ха! Если бы с вами не было величайшего проводника всех времен, возможно. Но не бойтесь, Пронто использует секретный древний метод. Что за метод? Ха-ха! Если я тебе скажу, это больше не будет секретом. Но поверьте, бояться нечего. Расслабься, Пронто, это всего лишь маленький динозавр. Я был всего лишь удивлен. Оставьте эту крошечную угрозу, Пронто. О, я выяснил, что они ходят парами, не проблема. Я могу управляться с двумя примитивными существами так же просто, как... А, это, однако, проблема. Предложение, лава, желе. Попробуй все! Этих тварей здесь предостаточно! У нас проблема! Я расчищу дорогу, и мы проскочим. Готов? Мешает хороший крысолов! Ладно, это не совсем то, на что я надеялась. Бежим! Сюда! Вообще-то... нет. Я думаю, это Блайт. Он близко, приятель! Уносите ноги. Это существо разозлится, когда... проснется. Что, Элай? Пойдем за этим злыднем, который может немного... того? Ну, либо так, либо жди, пока съедят. Правда, желал бы предложить третий вариант, но ничего не приходит в голову. Да, давненько у меня не было. Чего? Добычи? Гостей. Это хороший знак. Он считает нас гостями. Любое создание здесь либо еда, либо пытается съесть тебя. Вы ведь здесь давно. Я могу представить... еду. А? Еда. О, где мои манеры? Мне следовало сначала предложить тебе. Ха-ха-ха.
Просто никогда не знаешь, можно ли это есть. Мое тонкое чутье подсказывает мне, что этот парень, как бы сказать, совершенно и полностью выжил из ума. Да, но кажется, он даже милый. Ну, в зловещем смысле этого слова. Такие, как он, не меняются. Неважно, как долго его продержали в дыре забвения. Будем надеяться, он нам поможет. У нас мало времени. Элай! Да-да. Кстати, мы заметили, вы знаете немного о неотокслагах. А нам нужен человек, который обладает такими знаниями. Нам нужна ваша помощь. Поедемте с нами в пещеру Люмина. Что? Поехать с вами. Вы здесь в ловушке, так же, как и я. Мы все теперь пожизненные обитатели пещеры времен. А если я скажу вам, что мы знаем, как выйти? Мы покажем выход. В обмен на вашу помощь в борьбе с облаком от неотокслагов, которое делается все больше. Покажете выход. Это облако не исчезнет. Оно называется неотоксовый туман. Значит, вам известно, о чем мы говорим? Это происходит. Если выпустить слишком много неотокслагов одновременно, я могу обезвредить неотоксовый туман. Сделайте это, и мы вас освободим. Минуточку, мистер Блайт. Ты уверен, Элай? У этого парня точно не все дома. Не говоря о том, что он опасен. Твой отец отправил его сюда. Надо думать, у него до сих пор зуб на Шейнов. Но он не знает, что я — это я. И мы ему не скажем. Знаю, это большой риск, но это способ спасти людей. Угу. А? К тому же, если до этого дойдет, я уверен, мы сможем справиться с Блайтом. Но чтобы обезопасить себя, мы выведем вас. Но сначала... вам придется сдать оружие. Моя репутация бежит впереди меня. И ради спасения я готов на все. Итак, Пронто, теперь вся надежда на тебя и на твой древний секрет. В таком случае, мы всего лишь в двух шагах от выхода. О, Пронто, хочу тебе заметить, что мы уже сделали гораздо больше двух шагов. Это потому, что кто-то стащил мои путеводные знаки. Стащил знаки? Ты хочешь сказать, ты потерял след? Пронто, у нас мало времени. Кажется, зверь учуял наш запах. Да-да, но это не должно стать проблемой, так как мы можем просто идти по следу, который Пронто не потерял. Кто-то сыграл с нами злую шутку. Я разбрасывал хлебные крошки, чтобы найти дорогу назад, но они пропали. Это и есть твой древний секрет? Хлебные крошки? Ты поедаешь мои путеводные знаки и выплевываешь, ты неблагодарное животное. Может, скажешь погромче? А то Блайт еще не понял, что мы заблудились. Мы сможем идти по следам динозавров, если мы их различим. Ха! Да, к сожалению, Пронто способен различать их запах. Отлично, Пронто! Ты гений! Конечно, я гений. Потому что... Твой нос поможет нам выбраться отсюда. Так и есть. Ага, я смогу. Туда? Скорее. Уже близко. Ух ты. Это выход, мы сделали это. Вперед. У нас полчаса до того, как ледяная стена рухнет.
ледяная стена! Еще на месте! Мы вовремя! Похоже, время истекло, брат. Этот туман создали неотокслаги? Неотоксгулы. Многое изменилось за время твоего отсутствия. Лайт, что будем делать? Мое оружие. Так не пойдет. Сначала нейтрализуй неотоксовый туман. Я не смогу сделать это без моего бластера. И моего шлема. Нет, сначала туман. Такое способное. Лайт! Спасибо, ты спас Люмина. Лайт, цветы! Похоже, гулы до них добрались. Лайт сделал свое дело, теперь мы... Брат! И снова Пронтой команде Шейна предстоит спасти... Шейн! О-о! Уилл Шейна заменил мальчишка. Возможно, его сын. Тогда моя месть обрушится на тебя. Отличная работа, Док. Похоже, мы зря доверяли Блайту. Да, я надеялся, что это произойдет. Что? Что нас проглотят злобные сорняки? Что Блайт даст мне повод отправить его обратно в пещеру времен, хоть он и сдержал слово. Чтобы он последовал за нами обратно в пещеру времен. На запад глупое облако Пронто не заставит замолчать. Пронто! Как мотыльки, которые слетаются на свет, чтобы найти свою погибель. Ты этого не сделаешь! Надо снять с него шлем! Ну же, Блайт! Тебе нужен я? Вот он я! Понюхай-ка яду!
Элай! Усни навечно. Работала! Ура! Это твой газ? О, мы победили? А? Что произошло? Я Пронто официально стал единственным в истории проводником, который смог найти вход и выход из пещеры времен. Я имел в виду, что с Блайтом? Не волнуйся, друг. Скажем, он взял тайм-аут. Лактера. Автор идеи Азаф Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азаф Фипке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Кун, Брэд Бин, Дерек Ток.